своей команде «Орлы» за такую серьезную, упорную игру, да. Перед этой победой у нас было 3 поражения, как говорится, на счастье. Спасибо за игру, ребята. Вы были достойными. Но мы проиграли сегодня. Держитесь. Игра была напряженная, на самом деле, с лидерами турнира. Не хватило, наверное, нападающего хорошего, который резал до момента, а так, ну, игра очень, ну, достойная. Команды, было много замен, ну, особо никто не уставал. Вот единственное, окончание так же получалось у нас. И так, в общем, неплохо. На самом деле, я думаю, что вот эта команда и выиграет турнир, потому что они действительно сильные. Молодцы, желаем удачи. Будем стараться побеждать. Спасибо команде «Паладин» за отличную игру. Достойно сражались, травмированы. Также хочу поблагодарить ребят с команды «Орлов». В действительности сражались, сегодня дали бой. Спасибо вратарю Сереже, помог. Вот, ну что я скажу. Проиграли, ну ничего. Будем тренироваться, бегать по утрам. Будем стараться. В ответочке мы сразимся.